Открывай! Открывай! Открыл дверь, лёг на пол! На пол, я сказал! Где на пол? На пол, на пол! На пол! Конфликт разворачивался на улице или внутри здания? Да, на улице, да. Меня позвали на улицу, я вышел на улицу, естественно. Я видел дальше спор, серьезно. И как друзья, у меня машина села уехать на этом драйве, у меня тоже кипел. Вот. И я думал, Мансур меня нападает. Ну, мне кажется, я одного стреляю испугать, чтобы угарать. Ну, то есть при вас был пистолет? Да, у меня был пистолет. Пистолет был боевой? Да, боевой, два патрона у меня было там. Я одного стрелял асфальт перед ему. А я видел, он дергается, я хотел еще один стрелять, и стрелял. Он когда первый шаг делал, напугать его. Да, его хотел напугать целенаправленно, мой друг клянулся, я его не хотел. И он это время назад не дал, вперед пошел, и попал его нога. Я это не целообразно не делал.